Здравствуйте всем! Сегодня мы будем делать открытку, которая называется «Водопад». Для этого нам нужно такая полосочка 25 на 6, такая еще полосочка тоньше 15 на 2, ленточка и 4 квадратика 6 на 6. Так. Отступаем от этой полосочки 13 сантиметров, а потом еще по 2-3 раза. Так, берем 6 на 6 квадратик. Дальше берем вот эту полосочку, мажем и клеим на сверху, на эту. Потом еще раз точно так же. И еще раз. И клеим пополам, да? Да. На это. Вот это. Я уже сделала вот такую заготовочку, где открываются, расцветают вот так цветы. Вот вы можете найти, как рисовать эти цветы под видео. Так, вот такую полосочку беру, какую я уже. Клеим вот эту. Так. Посередине. И мажем вот эти края. Клеим тоже. И клеим вот сюда. Что лишнее обрезаем ножницами. Вот такая у нас открытка получилась. И вот так она открывается.